Всем доброго дня. Сегодня мы покажем вам технику лофт. Вот, нам потребуется праймер, грунт, базовая краска, колированный цвет под декоративное покрытие и материал лаунж, база Апако. Когда материал немного уже подстыл, формировался, мы можем наносить второй слой. Это может быть там через 20 минут, в принципе, где-то. Может быть, уже повыше на следующий день, да? Ну, показываю, у нас на них опять пошло, материал уже подвялился, уже не липнет, да, мы можем второй слой. Для чего это делается? Для того, чтобы у меня первый слой проявился по второму.